Был один у нас Столыпин, который недавно ушел из жизни, от Примаков. Это действительно был новатор, серьезно очень, и политик, и экономист. Я перед ним преклоняюсь, ровно как теперь, собственно, я готов поклониться Путину, которого я раньше не любил. У меня был период, он мне не нравился. И так, ну, вот потому что он делает, судит-то по делам, я ему аплодирую. Вот и все.